Ну что, всем добрый вечер. Меня зовут Антонова Юлия, и мне сегодня досталась честь поздравлять наших новых директоров. И сегодня мы поздравляем золотых директоров. Золотой директор — это очень важный ранг. Это когда у вас появилось уже два партнера, как минимум два партнера, которые вам доверились, увидели в вас человека, за которым можно идти. У них есть свои цели, планы и мечты, и поэтому золотой директор получает определенные привилегии. Золотой директор – это доход от 300 до 500 условных единиц. Он получает потрясающий значок, золотой значок и награждение на большой сцене и попадает на закрытое событие «Золотые для золотых». Это событие проводится у нас два раза в год, и событие играет огромную роль в развитии вашего бизнеса. Когда мы находимся дома, мы не понимаем масштабы бизнеса, и мы мыслим только встречами в офисе и какими-то небольшими планами, целями, мечтами. Но когда вы окунаетесь вот в это окружение успешных людей, это место силы, где самые успешные лидеры делятся своим опытом, знаниями, личными историями. А лидеры приезжают с разных городов и стран. И там уже будут люди на этом событии, которые уже зарабатывают те чеки, о которых вы только мечтаете или планируете. За такие тренинги люди отдают огромные деньги. Но когда вы съездили на обычный тренинг и просто его увидели и вернулись домой, больше, возможно, вы с этими людьми никогда не встретитесь. Здесь же у нас есть команда, и у нас есть люди, которые регулярно выезжают на события «Золотые для золотых», и мы растем в рангах, и мы общаемся друг с другом, знакомим наши организации, и это незабываемый опыт. Поэтому есть такой момент, что когда вы, как свеженький огурчик, приезжаете на события «Золотые для золотых», вы становитесь таким малосольным огурцом, когда возвращаетесь домой, у вас определенный уровень энергии и видения. Вы поймете, какой жизнью вы можете жить спустя несколько лет. И поэтому для награждения наших классных золотых директоров я приглашаю открытого бриллиантового директора Константина Локтионова. Мне очень нравится, с какими людьми я общаюсь здесь, с какими ценностями, эти люди. Константин, он, получается, родом с Харькова, но сейчас он живет в Варшаве. С детства он занимался спортом, увлекался хоккеем, профессионально. Он традиционный предприниматель и всегда искал в жизни возможности. И когда ему предложили бизнес Coral Club, он увидел то, что он не может получить в традиционном бизнесе. И, конечно же, он пришел на наставника. Поэтому здесь важна командная работа и идея сетевого, когда вы освобождаете свое время для действительно развития масштабирования вашего бизнеса не только в одном городе, но и в разных городах и странах. Константин, тебе слово. Да, всем привет, и мне выпала честь как раз всех поздравить наших золотых новых директоров, и мы возьмем такое небольшое интервью у первых человек, которые поделятся, как они пришли, что они делали, ну и так далее. И первому я хочу дать слово, это Сагдивой Гульгане, и если Кость, она Кость, здесь... подожди, у нас открытые золотые директора еще есть. Вот я сделал на экране. А, я извиняюсь, да. Открытые золотые директора. У нас есть Постоева Анна, у нас есть Евгения Стефаник, у нас есть Наконечная Анна, у нас есть Бойтлер Катарина, у нас есть Анна Неплюева, это моя супруга, кстати. Значит, и последний Синицын Дмитрий. Это новые открытые директора, золотые. Ну и переходим к тем, кто уже закрыл уровень ранг золотой директор, да, и возьмем такое небольшое интервью у первого человека, у Сагдивой Гульганы. Подключайтесь, и мы, Здравствуйте, да, я на да, связи. добрый день. Расскажите, Здравствуйте. пожалуйста, кто по профессии, как нашли вообще компанию Coral Club, ну и потом вам задам еще несколько вопросов. Приветствую всех. В первую очередь хочу сначала поблагодарить компанию за возможности, которые дает, а через которые мы меняем качество жизни
Хочу благодарить наставников всех. Перечислять, конечно, долго будет, да. Все меня знают, все меня знаете, и поэтому всех благодарю искренне. И благодарю своих девочек в команде, которые доверились мне. Это очень круто. Я Сагдиева Гульгана, я практикующий нутрициолог уже 7-й год. И Супер. когда-то я увидела в соцсети у одной девушки, что в Coral Club есть липосомальный витамин С. Меня это действительно задело, меня это привлекло, потому что я в тот момент искала именно витамины, которые быстро усваиваются, и, конечно, рабочие. Моя практика говорит о том, что ко мне люди приходили по принципу рекомендации, то есть кому-то было хорошо после моих рекомендаций, и они кому-то еще рекомендовали, и потом уже, как в народе говорится, что это сарафанное радио. Таким образом, у меня развилась сеть, моя команда, ко мне пришли, доверились. Я еще приезжаю в города, куда меня зовут девочки, устраиваю приемы, и также наши как бы такие маленькие мероприятия. И таким образом у меня команда выросла. Золотой директор — это не случайность, это еще не мастер, но это тоже командная работа, это доверие, это стабильность. Это движение. Без этого нет. И у каждого человека должна быть цель. Без цели мы ни к чему не придем. Поэтому я всегда всем говорю, своим девочкам: имейте свою цель, идите к этой цели, потому что в этой компании есть все возможности. Супер. Оговорочка по Фрейду. Вы там сначала говорили «золотой мастер», рассказали, значит, это в будущем должно быть. Поэтому, да. Скажите еще, какими методами вы работаете? У меня подход, принцип рекомендации. Я сама не развита в Инстаграме, я именно через людей, вот так, да, и, конечно, у меня есть своя группа, канал в Телеграме. Таким образом, потихонечку так вот веду свою деятельность. Мне очень нравится, потому что я с 16 года вкладывала свое образование, чтобы получить качественные, да, знания у разных профессоров, у разных преподавателей, врачей, которые перешли с классической версии, так сказать, лечения. И, знаете, когда я познакомилась с компанией Coral Club, для меня было удивительно то, что когда-то я получала знания за какие-то большие деньги, да, я сюда пришла, это все бесплатно дается, и все витамины, которые я тут увидела в справочнике, для меня это было, конечно, шок, потому что я это искала, когда-то комбинировала из других компаний. Поэтому для меня это была большая тогда работа, но это путь, понимаете? И я достигла и познакомилась с этой компанией. Я очень благодарна тем людям, которые привели меня и наставничают меня. Это Юлия Антонова в первую очередь. Днем и ночью вместе мы с ней ведем деятельность, и я очень сильно ей благодарна, и моим девочкам также. И Стасу Тумрееву, конечно же, и семью Евстигнеевых. Да, а скажите, вот. Пожалуйста, а кто ваши ключевые люди? Ключевые мои люди из Нижнекамска. Три девочки. Это у нас Гельманова Гульнара, это у нас Гульнара Юсупова, это у нас Олеся. Также у меня девочка есть из Башкортостана. Я сама родом из Башкортостана, живу в Татарстане. И вот немножечко сейчас уже наставничаю, и вот у меня в процессе, чтобы там также открыть и директоров именно в Башкортостане, в городе Нефтекамск, и также продвигаться. Вот. Супер. Мы вас поздравляем. Это классное, классное, классное продвижение, и желаю вам, чтобы вы не засиживались на этом ранге и двигались дальше к золотому мастеру, ну и так далее. Да, Гульгана, хорошо, поздравляю. Спасибо. Поздравляю, Гульгана, поздравляем. Спасибо. Молодец, молодец. Так, да, мы идем дальше. Следующий человек у нас Левина Вита. Скажите, я вижу, что у нас есть ее наставник, да? Или есть Левина Вита? Добрый вечер, я здесь. Да, вечер, Вита. А могли бы вы камеру включить, если не сложно, или она получится? Включена. О, да, теперь вижу. Так, хорошо. Вита, ну, те же самые вопросы. Скажите, кто по профессии, как вы пришли, кто ваши ключевые люди и какими способами сегодня работаете? По профессии я косметолог. Пришла я в компанию Coral Club по результату моей бывшей коллеги Марии Атаян. Меня заинтересовал результат ее ребенка. В
Потом она меня познакомила с концепцией здоровья. Позже я стала изучать весь продукт, стала проходить школу CBA, также подключалась и к турбине. И как я получила своих первых клиентов, также в кабинете, в косметологическом, я своих клиентов раньше отправляла к врачам. Они ко мне приходили с проблемами, с сыпью, с пигментацией, с папилломами. Я их отправляла к врачам. Да, эстетически я им помогала, но всегда рекомендовала решить проблему с врачами внутреннюю. Сейчас я предлагаю продукт всем своим клиентам. Многие, конечно, в размышлении, но так случилось, когда я познакомилась с Coral Club, и многие стали интересоваться. Одна клиентка зашла в кабинет и говорит: «Вита, вот хочу похудеть». Я говорю: «Какие проблемы? Есть продукт». Вот так это вот мой первый директор, и уже она подключает свою семью. Классно, второй... супер. Да, второго директора я сразу после первой своей турбины получила. Также я выложила результат в соцсетях, которые вот давали нам задание, да? Выложила этот результат и сразу же отреагировала женщина, с которой мы сейчас работаем, и есть результаты. Я пришла именно на результат, и это большое дополнение к моей работе, помощь моим клиентам в здоровье. Сейчас я уверена, что обучение на турбине даст результаты, и я начну работать и на бизнесе, и в соцсетях. Мой наставник – это Ирина Ирина Лысакова. У нас очень дружная команда. Мы друг другу помогаем, мы очень активно работаем с нашими клиентами по здоровью. И уверена, что цель – достичь чего-то большего, результатов и в бизнесе, и по здоровью дадут свои плоды. Конечно, конечно, дадут. Да, благодарю всех, благодарю за такой прекрасный вечер признаний. Очень, очень приятно. Спасибо всем. Хорошо, идем дальше. Спасибо вам. Да, и третьего человека приглашаем — Алену Ткаченко. Подключайтесь, либо наставник, либо Алена с нами. Если нет, я за нее. Слышно меня, Константин? Слышно прекрасно, да. Николай, тогда расскажите место Алены, как она пришла, кто она по профессии, как работает, ну и какие у нее, кто у нее ключевые. Да, с Аленой я познакомился. Николай, тебя не слышно. У тебя тянет связь, у меня также. Не-не, вам как слышно хорошо, говорите, Николай. Алло, слышно меня? Да-да-да, слышно. Николай, говори. Алло, слышно меня? Или да, 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 слышно, связь? слышно. Потому что я... Кость, тебя плохо слышу. Меня слышно, Стас, хорошо? Тебя отлично. Сейчас это лучше. Николай, да, связь подводит. Да, Николай. Да, могу или... говорить, да? Да, говорите, говори. Николай. Ну, ребят, буду говорить, как будет слышно. Алена по профессии юрист, моя коллега, уехала в Германию и стала золотым директором. Значит, кто ее ключевые люди? Первая директорская веточка — у нее мама, которая в этом месяце подтвердила директора, сама в Чернигове, Надежда Ткаченко. Она живет и стала директором, помогла своей дочери стать золотым директором. Вторая веточка — у Алены открытый золотой директор Евгения Стефани, которая сейчас вот была в списке открытых золотых директоров. Евгения, ну, маму она нашла в списке знакомых, понятно, это близкий круг. А Евгения открытый золотой директор, она по профессии стюардесса, и познакомилась она с Евгенией в одной из групп в Фейсбуке.
где Алена написала экспертный пост по паразитарной программе, и Евгения откликнулась, написала Алене, и начали с ней работать, программа Detox, и начали работать по здоровью. Так как Евгения сама занимается косметикой, она поняла, что компания наша сетевая, и, в принципе, начала рекомендовать, пользуется продуктом всей семьей. И у Евгении ключевой человек, это ее хорошая знакомая, тоже стюардесса американских авиалиний, это Delta Airlines, может, слышали, это самая крупнейшая авиакомпания, да, сегодня на рынке. Вот они там работают. Естественно, продукт помогает быть здоровыми, в тонусе, потому что часто нагрузка и перепады погоды, и температуры, недосып, и продукт помогает быть в хорошей форме. И они практически с товарооборотом более 700 баллов, они берут продукт для себя, для своих знакомых, для семьи. То есть это у Евгении веточка диетическая. И вторая веточка, это ее клиентка Ирина Пономарева. И Ирина предприниматель в строительном бизнесе в Америке. То есть вот у Алены 4 директора, она золотой директор с товарооборотом более 3000 баллов. Поэтому я Алену поздравляю и желаю всей команде так же само помогать создавать золотых директоров, потому что с этого ранга начинается весь бизнес. Вы знаете, я привожу прямой, простой пример у моего наставника Анатолия Евсегнеева. 4 мастерские ветки, то есть 4 ключевых человека и товарооборот более 7 миллионов долларов. К чему это я, ребят? Нам нужно 3-5 человек, чтобы достичь, как Анатолий, финансовой свободы. Ребят, не 55, не 555, 5 человек, и вы можете обрести финансовую свободу. Поэтому я желаю Алене и ее команде роста, благополучия, финансовой свободы, времени свободного, потому что все только начинается, и я уверен, что Coral Club станет для них серьезной альтернативой, да, увеличению своего дохода. Огромные рынки. В Америке 336 миллионов, в Европе почти 750. Неужели мы с вами не найдем 3-5 человек, чтобы стать богатыми? Спасибо за внимание. Спасибо вам, Николай. Да, Николай, так, поздравляю. Поздравляю Алену. Поздравления ей передавайте. Да. Алена, поздравляем. Николай, поздравляем. Так, ну мы переходим дальше, мы переходим к поздравлению изумрудных директоров, и я передаю слово следующему спикеру. Да, Константин, благодарю. Я очень рада, что у нас приходят в команду не просто люди каких-то одной, да, профессии. Смотрите, у нас есть разные профессии, и я, давайте накидаем в чат огонечков, поздравим еще раз золотых и открытых золотых. Открытым я желаю закрытия ранга. Вперед, понимаете, у нас были случаи, что когда ранг можно перепрыгнуть и увеличить товарооборот, благодаря нашим вечерам признания, я думаю, появляется такой задор, такая энергия, благодаря продукту H500 тоже появляется энергия, поэтому у нас все есть для того, чтобы делать большие и высокие квалификации. Напишите в чате, а кто вы по основной профессии. Вот вы пришли, не рождаются люди сетевиками, да, не рождаются сразу бизнесменами. У меня тоже по специальности я педагог. Но когда-то я рассмотрела эту возможность. И для награждения следующего ранга, ранга изумрудный директор, я очень ждала этот значок. Это потрясающий значок с изумрудом, очень красивый. Тоже получается награждение на сцене, на ближайшем событии. Я помню, я получала изумрудный значок в Москве. Также изумрудные директора приглашаются на наше очень-очень мощное событие «Золотые для золотых». И всегда мы говорим о том, что если вы ни разу не были на «Золотые для золотых», вы еще бизнеса даже не видели, обязательно приезжайте со своей командой именно на это событие. Там есть люди разных профессий. Вы косметолог, вы можете найти там косметолога, спросить его личную историю, как он сделал свой успех. Если вы шахтер, вы можете найти там шахтера, водителя. У нас разные профессии, массажиста. Люди приходят разные. Поэтому следующий ранг, потрясающий ранг изумрудного директора, когда у вас доход составляет уже 500-700 условных единиц, я приглашаю
потрясающую женщину, обаятельную, яркую. Она родом из Беларуси. Последнее место ее работы было главврач в медицинском центре. Что мне нравится, она не просто занимается бизнесом, она еще очень творческая, она танцует восточные танцы и даже выступает с коллективом на определенных конкурсах, с концертами. Она рисует карандашом. Ее цель, чтобы в ее команде появлялись талантливые, целеустремленные и амбициозные партнеры. Татьяна Колоколова. Танюш, тебе слово. Добрый вечер всем. Мне очень приятно поздравлять и брать интервью у изумрудных директоров. Это такой ранг, который уже на грани между... Мы уже начинаем отрываться от просто потребления продукта и уже начинаем смотреть более серьезно в бизнес. Что такое изумрудные директора? Это товарооборот где-то 5000 условных единиц. Но это делаете не только вы один. А это вы и еще 4 партнера. То есть, по сути, у вас получается, вы делаете товарооборот в 1000 условных единиц. Это много или мало? Я думаю, что это очень мало. И надо научиться, просто научиться клонировать вот таких вот директоров вместе с собой, которые удерживают на себе всего товарооборот в 1000 условных единиц. Итак, сейчас открытые изумрудные директора. Я сразу хочу вас поздравить с тем, что вы уже замахнулись на эту ступеньку, вы уже так ногу поставили, но чтобы следующая нога ваша стала, вы правую поставили, а левая, чтобы переступила и стала на ступеньку бриллиантового директора. Итак, это Шкули Вайшне Рената, Кайзер Яна, Урбан Виктория, Пинкальская Анна, Закирова Эльвира. Поздравляю еще раз вас. Поздравляем! Друзья, поздравляю! Поздравляем! 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 Поздравляем всех! Молодцы! И у нас еще есть закрытый изумрудный директор. Я приглашаю на нашу импровизированную сцену Наталью Василенко. Наташ, подключайся, пожалуйста. Здравствуйте. Наташ, поздравляю тебя с этим рангом. Я спасибо знаю, большое. Потому что я могу похвалиться немножко. Это Наташа, она в моей веточке. Поэтому у меня радость еще больше. Наташ, тебе буквально 3 вопроса. Кто ты по профессии? Как ты сюда пришла и почему ты здесь осталась? Всем здравствуйте. Спасибо за поздравления. Я прошу прощения за мой внешний вид. Так совпало, что у нас отмечаем день рождения у друга. Я вот в бане убежала в комнату в уголочек, поэтому надела на себя что есть и немножко без прически. Зато натуральная, как наш продукт. Это отступление. Прошу прощения, что так наложилось. Значит, вопросы, Таня, еще раз. Пропала звук. Кто ты по профессии? Я по профессии тренер. Тренер кого, чего, что? Многофункциональный тренер, персональный тренер. Тренер, фитнес-тренер. То есть я немножечко расширю. Наталья работает у нас в главном фитнес-клубе страны. Да, главным тренером. Да, главным тренером. Наташа, как ты сюда пришла? Я пришла на результат, меня пригласила мать моих друзей, опять-таки, вспомнив мою просьбу по поводу матери. У матери диагноз лимфостат 4-й степени, и я обращалась к человеку за помощью, чтобы помогли с врачами. И вот она через год, когда сама попала в коралл, вспомнила о моей просьбе и уже видела много результатов, и предложила мне встретиться, вот, Татьяна, с вами. Вот, вы мне показали результаты визуально, по видео, какие были у людей ноги, какие стали. Я маме заказала продукцию, и у мамы очень сильный результат, мощный произошел. Вот, потом попробовала сама, семья,
Вот, ну, творились такие чудеса у нас по результатам, что не остаться в коралле не получилось. Жень, можно не скрипеть дверь, пожалуйста? Спасибо, я специально нашла укромное местечко, а тут вы меня чуть-чуть не понимаете. И еще один вопрос. Почему осталось? Потому что я знаю, что ты сейчас смотришь уже в сторону бизнеса очень серьезно. Закрывай. Продукт себя оправдал на 101%, и если столько вкладывается в продукт, то компания серьезная, значит, она действительно вкладывается и в свою репутацию по всем фронтам. Вот, поэтому я рассмотрела, сейчас одну секундочку, закрою дверь. Я рассмотрела бизнес именно на результате по продукту. Если такой шикарный результат, времени нету рассказать, если такие шикарные результаты по продукту, то такие же шикарные результаты по бизнесу. Бери и делай. От того, что ты просто рассказываешь и делишься результатами, и у тебя идут такие объемы, а что будет, если ты начнешь рассказывать еще по бизнесу, сколько еще можно заработать? Вот, я вот эту схему себе как представила, ну, то есть, а продукт премиум-класса, собственно, у нас, я немножко вот как провожу параллель с моим клубом, почему с моим, ну, то есть мы его создавали, мы его открывали, и у нас клуб премиум-класса, мы вышли на первое место 3-й год подряд, лучший клуб Беларуси, и все, что касаемо премиум, оно действительно, ну, работает, то есть вот здесь вот я вкладываю душу, я очень много отдаю для клуба, и шикарный результат, вот и здесь я провела параллель, что насколько сильный продукт, что тоже вот в это вот все, насколько вложено, это не может быть что-то несерьезным, то есть я просто увидела, насколько все масштабировано и посмотрела, да, в сторону бизнеса. Мы летим в Турцию. Изумруда я вообще не поняла, как открыла. Как-то так все закрывала Золотого, промоушен декабрьский выполняла. Тут смотрю, Изумруд открыт. Потом испугалась, что делать дальше. Изумруда-то закрывать надо. Вообще у страха глаза велики. Ничего страшного. Люди результат получили, другим рассказали. У меня уже 4-е поколение пошло, ну как это, 4-й под тобой, как это называется, я еще по маркетингу не выучила. Вот, и все, и они стали заказы делать, потому что результаты обалденные сами получили по здоровью. И тут интересно стало, структура растет, результаты растут, а тут родня давай подключаться, в сторону бизнеса смотреть. Ну, в общем-то, история простая на самом деле, но настоящая. Но настоящая, да, я хочу сказать, что у Натальи товарооборот почти бриллианта. То есть почти в 2 раза больше, чем в 1,5 раза больше, чем надо вообще на этот ранг. Спасибо, Наташа, тебе больших успехов и очень-очень быстрого роста. Наталья, спасибо, поздравляю. Спасибо, поздравляю. Наталья, поздравляю. Большое спасибо. Поздравляю, молодец. Спасибо. Молодец, Наталья. Я, с вашего позволения, отключусь от видео, а то немножко неловко себя чувствую, хорошо? Полотенцами меня тут закрутили. Спасибо большое. Я тоже всех поздравляю от всей души. Всем роста, всем здоровья крепкого и счастья. Отлично, отлично. Ну что, я думаю, сказала, что испугалась. Я думаю, испугалась, что мало сделала. Вот. А как мне выйти? Что мне нажать? Да. А вот нашла. Угу, отлично. Мне кажется, бояться нужно. Ходить на работу 40 лет. И нашу пенсию. Вот чего нужно бояться, мне так кажется, да? Ну что, я посмотрела... Мне кажется, это правда. Да, смотрите, давайте посмотрим, да? Кто у нас, как говорится, не надо стесняться, люди, которые умеют считать свои деньги, так кто же они по профессии? Вот написали у нас как раз в заметках, это инженер, частный предприниматель, эколог, экономист, врач, программист, юрист, магистр права, финансовый инспектор, спортивный тренер. То есть здорово, что у нас есть люди, которые с удовольствием пользуются возможностями от компании и развивают наш бизнес изо дня в день. И сейчас для награждения следующего ранга. Бриллиантовые директора. У меня аж это трясется, да? Все, есть песня классная. Лучшие друзья девушек, но я думаю, и парней тоже, это бриллианты.
Этот значок один тоже из моих самых любимых. Я вообще все значки люблю, и мастерскую корону. Вот. Этот значок, когда у вас выдается вам, когда у вас больше, чем 8 партнеров. Бриллиантовый директор для награждения. Я приглашаю потрясающего мужчину. Когда я с ним познакомилась, знаете, есть вот мужчины, которые думают, что ну все идет, как идет. А есть вот мужчины, на которых можно опереться. Это те люди, в которых чувствуется стержень. Это те люди, которые понимают, что они хотят. Это те люди, которые идут к своей цели. Конечно же, в пользе людям. Поэтому, когда мы познакомились, сейчас это золотой мастер Сергей Костюченко. Я понимаю, что с такой командой, с такими мужчинами в параллельных ветках просто приятно строить этот бизнес. Он тренер по футболу. Родом он с Украины, и он искал всегда дело, которое будет ему приносить свободное оплаченное время. И когда он увидел, что с бизнесом Squirrel Club у него это получится, он четко взял направление и стал действовать. Сергей, приглашаю тебя на награждение. Сергей Костюченко. Благодарю, Юля. Очень приятно про себя слушать такие слова, но сегодня речь не обо мне, а о наших героях, которые сделали серьезную заявку, во многом благодаря тому, что у них, я так понимаю, просто великолепные профессиональные наставники. Итак, повторюсь, бриллиантовый директор, кто это? Доход перед вами, будет награжден бриллиантовым значком. Я уверен, в следующем месяце, потому что у нас сегодня 2 открытых бриллиантовых директора. И 8 минимум партнеров в его организации с товарооборотом 6,5 тысяч баллов и больше. Ребят, ну я считаю, что бриллиантовый директор это уже тяжелая артиллерия. Почему? Ну потому что точка невозврата пройдена. Человек принял решение состояться в нашем деле. И это заявка уже на профессионализм. Почему? Потому что следующий шаг это мастер. А мастер это намного серьезнее. Итак, давайте же узнаем фамилии и имена наших героев, которым мы сегодня слова не дадим, потому что они в открытом статусе. Но я уверен, что в следующем месяце эти люди подтвердят его, и я им желаю от всего сердца открыть статус мастера, тем более, что для них вернее, для этого у них все есть. Первый наш герой, первая звезда. Это человек, которого вы уже слышали сегодня. Тем более, что у него недавно родилась дочка. Константин, я тебя от всего сердца поздравляю и с дочкой, и с этим открытым бриллиантовым статусом. И желаю тебе порадовать и свою семью, и своего наставника, и всех нас в следующем месяце, ну, как минимум, с закрытием бриллианта и подтверждением этого статуса. А от всего сердца желаю тебе открыть статус мастера, тем более ты этого достоин. И следующий наш открытый бриллиант, звезда, Людмила Дуванова. Людмила, все те же слова, которые я адресовал Константину, я адресую вам и уверен, что ваши наставники вами гордятся. Потому что еще раз хочу подчеркнуть, бриллиант – это уже серьезная заявка на профессионализм. Поэтому и Константина, и Людмилу я от всего сердца поздравляю. Желаю вам, ребята, в следующем месяце, чтобы у вас брали интервью, чтобы мы услышали ваши истории, как вы к этому пришли. Я уверен, у вас с нами будет чем поделиться. Друзья, ну а мы двигаемся дальше и я понимаю только одну простую вещь, что все наши вечера признания, все то, что мы с вами делаем, возможно лишь благодаря тому, что у нас существует система событий, следуя которой вы неизбежно достигнете тех рангов, о которых мы сегодня с вами здесь говорили. И одним из таких событий является
турбина, которая, ну, для многих уже не секрет, по-моему, просто фурор на сетевом рынке производит, потому что сетевики из других компаний всеми силами, всеми фибрами своей души пытаются попасть к нам на турбину, потому что то, что они получают на наших обучающих недельных турбинах, ну, просто все шаблоны, как говорится, сносит, да? И 24 февраля вы можете попасть на директорское событие, даже если вы новичок. Все, что вам необходимо сделать, пригласить 10 человек на турбину, ребят, это несложно. Вы поможете людям стартовать профессионально в этом бизнесе, сами станете директором и попадете на директорское событие, которое будет, я вас уверяю, не слабее по качеству, чем турбина. И все эти мероприятия служат тому, чтобы попасть на главное событие, где 100% вы примете решение, это ваше или нет. Это, естественно, золотые для золотых, которые проходят один раз в полгода. Как правило, это происходит в Турции. Поэтому, друзья, 12 февраля welcome на турбину. 24 февраля всех ждем на директорском событии. И для самых амбициозных, золотые для золотых, еще в этом, вернее, этой весной, в марте месяце, кому надо, тот может успеть. Места еще есть. Как говорит наш наставник, я не волшебник, только учусь. И обратиться к нему, к Анатолию Евсигнееву, и вы попадете на золотое событие, я вас уверяю. Поэтому всех ждем на золотом событии. Юля? Благодарю, Сергей. Я хочу сказать, что не откладывайте свой успех в долгий ящик. Позвольте себе расти уже сейчас. Прямо сейчас. Позвольте себе расти. Ведь в январе месяце у нас рост команды. Это люди просто приняли решение. Примите решение, возьмите наставника, нашу систему событий, нашу спонсорскую вертикаль. Наставники всегда помогут. Просто знайте, что вы находитесь в нужное время и в нужном месте. У меня все. Всем отличного вечера. Увидимся на турбине.